Очереди во второй поликлинике, отсутствие соблюдения дистанции в коридоре. Больные и здоровые пациенты ждут, когда их запустят в кабинет. А домой к человеку с температурой врачи не приезжают. Такие жалобы поступают от жителей Магадана, когда их спросили о качестве работы медицинских учреждений. Врач ко мне так и не приходил по ковиду. Две недели ждал, сказали, что должен прийти. Звоню, говорю, тест сдать. Мужчина, вы можете сами подъехать? Я говорю, так я под подпиской, под предписанием. Тогда ждите, когда к вам приеду. Я говорю, ладно, хорошо, сам приеду. То есть я и сам куда ездил, и... Значит, домой не приехали, скорую вызывали, приезжала? Скорую вызывал, сказали, мужчина, звоните сюда. Сюда позвонил. Говорит, с температуру сбейте и приходите сами. Температура была 39,5. А потом в очереди стоять? Потом в очереди со всеми и прочее. У меня температура, я лежал дома в лёжке целую неделю, а потом уже, когда более-менее, пришел сюда на прием, все. И все, и также в общую очередь вас? Они дают талон, а в реальности получается все равно в общую. Я сейчас здесь редко бываю, как сейчас зашла, в регистратуре огроменная очередь. Больных много сидят в кабинеты. Это инфекция. А мне например, нужно было взять справку на тест положительный, отрицательный. Там пойдешь и нахватаешься этих вирусов. Ко мне домой приходили по WhatsApp больничный. Я не знаю, сейчас пришла, слава богу, на рентген, на повторный, никого нет народа. А 9 числа было, тут было смертоубийство.